Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Прочитаем стих из 9 главы Бхагавад-гиты, который называется «Самое сокровенное знание», текст 18. У нас нету стиха, поэтому я сам прочитаю санскрит и вместе прочитаем пословный перевод. Гатир Бхартра Прабху Сакши Ниваса Шаранам Сухрит Прабхава Пралаястанам Ниданам Биджам Авьяям. Гатир Бхартра Прабху Сакши Ниваса Шаранам Сухрит Прабхава Пралаястанам Ниданам Биджам Авьяям. Гати, повторяйте, цель. Бхартра – хранитель, Прабху – повелитель, Сакши – свидетель, Ниваса – обитель, Шаранам – прибежище, Сухрит – самый близкий друг, Прабхава – созидание, Пралая – разрушение, Стханам – основа, Нидханам – место успокоения, Биджам – семя, Авьяям – вечное. Перевод и комментарий о божественной милости Ачхе Бхактиданты с вами Шрила Прабхупады. Я – цель и хранитель, повелитель и свидетель, обитель, прибежище и самый близкий друг. Я – созидание и разрушение, основа всего, место успокоения и вечное семя. Еще раз прочитаю. Это Кришна говорит. Я. То есть он про себя. Я – цель и хранитель, повелитель и свидетель, обитель, прибежище и самый близкий друг. Я – созидание и разрушение, основа всего сущего, место успокоения и вечное семя. Комментарий. Гати означает цель, к которой стремятся люди. Высшей целью является Кришна. Однако люди даже не подозревают об этом. Тот, кто ничего не знает о Кришне, идет по ложному пути, и его так называемое поступательное движение является либо очень ограниченным, либо воображаемым. Многие люди стремятся попасть на планеты тех или иных полубогов и, строго следуя соответствующим предписаниям, достигают Чандралоки или Сурьялоки, Индралоки, Махарлоки и так далее. Но все эти локи, планеты, являясь творениями Кришны, одновременно и Кришна, и не Кришна. Созданные энергией Кришны, эти планеты не отличны от Кришны, но в действительности они лишь ступень на пути к постижению Кришны. Входить в соприкосновение с различными энергиями Кришны значит общаться с Кришной косвенно. Однако лучше обратиться к Кришне напрямую. Это сбережет наше время и силы. Так, если на последний этаж высотного дома можно подняться на лифте, то зачем идти по лестнице, перешагивая со ступени на ступень? Все покоится на энергии Кришны, поэтому ничто не может существовать вне и помимо Кришны. Кришна – Верховный Повелитель, ибо все сущее принадлежит Ему и зиждется на Его энергии. Пребывая в сердце каждого живого существа, Кришна является высшим свидетелем.
Наши дома, страны и планеты, на которых мы живем, это тоже Кришна. Кришна – высшая цель и высшее прибежище. Поэтому, чтобы оградить себя от опасностей и избавиться от страданий, нужно предаться Кришне. Тот, кто нуждается в защите, должен всегда помнить о том, что защитить нас может только живая сила. Кришна – это высшее живое существо. И поскольку Он является причиной нашего появления на свет, нашим Отцом в высшем смысле этого слова, у нас нет и не может быть лучшего друга и благожелателя, нежели Кришна. Кришна – изначальный источник творения и Его последнее прибежище в период разрушения материального мира. Поэтому Кришна является вечной причиной всех причин. Гатирбатра прабусакши неваса шаранам сухрит прабхава пралаястанам нидханам биджамавьям. Я цель и хранитель, повелитель и свидетель, обитель, прибежище и самый близкий друг. Я созидание, разрушение, основа всего сущего, место успокоения и вечное семя. Омагьянати мирандасья гинанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья манобиштам стапитам яна бутале свайам рупа кадамахьям дадати свападантикам. Хе Кришна каруна синду динабанду джагатпате гопеша гопика канта рада канта намостуте. Тапта канчана гауранге радхе вриндаванешвари вришабхану сутеде пранамами хари прие. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасуди Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шимати Бхакти Веданта Свами Нитьянамине. Намасте, Сарасвати Деве, Гуравани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади Пашчатя Дешатарине. Итак, это 9 глава Бхагавад-гиты, серединные главы Бхагавад-гиты считаются сутью всего знания, которое поведано в Бхагавад-гите. Суть – это бхакти. Тут есть карма, гьяна, йога, есть бхакти, и бхакти спрятана в середину главы, в середину книги, с 7 по 12 главу говорится о бхакти. И эта глава называется «Раджа Видья Раджа Гухья». То есть «раджа» означает «царь», «царское знание», и «гухья» означает «сокровенное». То есть, другими словами, это очень возвышенное и сокровенное знание. Существует множество видов знания, и мы нуждаемся в знании, как в материальном, так и в духовном. Пока мы в материальном мире, в материальном теле, мы нуждаемся также в материальном знании. Но в особенности мы нуждаемся в духовном знании. Почему? Потому что оно не столь доступно. Оно может быть сокровенным, оно может быть очень сокровенным, и оно может быть гухьем, буквально скрытым. То есть его просто так постичь невозможно. Это, для этого нужно очистить свое сознание. И предназначение знания, каково предназначение знания? Для чего мы стремимся к знанию? Какие есть варианты? Что? О, вы сразу заговорили о высоких материях. Но если так посмотреть просто, каждый день у нас есть вопросы и ответы. То есть мы стремимся получить какой-то ответ, получить знание. Для чего? Фактически, чтобы решить свои проблемы, чтобы стать счастливым. Предназначение знания – это сделать человека счастливым. Это именно то, в чем упрекает Кришна
Арджуну в начале Бхагавад-гиты. Он столкнулся с трудностями в своей жизни. То есть, другими словами, он не видел ответы на свои вопросы. Ему нужно было определенное знание. И поскольку это знание было то знание, в котором он нуждался, было не такое простое, и он столкнулся с довольно серьезным вопросом, то он нуждался в наставнике. Нуждался, кто лучше наставник, чем Кришна. Кришна был рядом, и он предался ему. Да, он сказал, я не знаю, в чем мой долг. То есть я не знаю, как, у меня нет знания, что мне делать. Я твой ученик, предаюсь тебе, наставляй меня. Но до этого Арджуна, и даже и после этого, он аргументировал. Он хотел оправдать свое нежелание участвовать в битве, прикрываясь ведическим знанием. Но Кришна, он не является сентиментальным. Да. То есть он очень ясно понимал проблему Арджуны. Более того, он сам это устроил. Арджуна — его вечный спутник, преданный. Но для того, чтобы мы услышали это послание Бхагавад-гиты, Арджуна оказался в иллюзии. Иллюзии материального отождествления. И он говорит, ведя ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. То есть, если ты знаешь, если ты приводишь аргументы из вед, то почему ты несчастный? Почему ты сокрушаешься? В чем проблема? Он говорит, мудрецы, мудрые люди не скорбят ни живых, ни о мертвых. Итак, знание предназначено для того, чтобы избавить нас от этой скорби, от страха, да, и одухотворить наше сознание. Да. Осознанно или неосознанно человек проводит свою жизнь в борьбе с материальной природой. Поскольку этот материальный мир, так или иначе, в конечном счете, он чужд природе живого существа. И Бхагавад-гита называет материальный мир, точнее, это слова Кришны. Кришна говорит, Кришна является высшим знатоком вед, является высшим авторитетом. Мы можем не верить кому-то, но если Кришна говорит, что материальный мир — это Дукхалая Машашватам, то как бы нам это ни было неприятно слушать, мы должны это принять. То есть материальный мир является временным, и это место страданий. Так говорит Кришна. Кришна является изначальным творцом. Брахма — вторичный творец. И задумка Кришны, то есть задумку Кришны осуществляет Брахма. Он, Кришна вкладывает идею в этот мир. Этот мир подобен тюрьме. Тяжело назвать тюрьму местом, счастливым местом. Да. То есть это место страданий. Конечно же, в тюрьме можно устроиться, там, добиться более высокого положения, на верхних этажах, на верхних полках спать, не на нижних, так или иначе. Но в конечном счете никогда человек, будучи в тюрьме, не сможет стать настолько счастливым, настолько свободным, как человек, который на свободе. Точно так же Кришна, он сразу говорит, что этот мир, он исполнен страданий и временный. Какие страдания здесь есть? Я однажды в начале сознания Кришны общался с друзьями своими, и, начитавшись книг Шрилы Прабхупады, я налево-направо глагольствовал философским истинам и начал говорить, материальный мир – место страданий. И мне сказали, в чем проблема? Я не страдаю. Вот мы сейчас сидим за столом, я кушаю, я отдыхаю, я защищен. В чем проблема? В конечном счете, вопрос очень,
кажется сложным, но ответ очень простой. Страдания – это прежде всего то, что мы рождаемся, болеем, стареем и умираем. От этого никто не защищен, кем бы он ни был, какое бы он сейчас положение ни занимал, все равно он столкнется с этими страданиями. В Ведах еще говорится о других видах страданий, которые тоже стоят выше наших возможностей их решить. Это страдания от стихийных бедствий. Совсем недавно был ветер, еще чуть-чуть, и, может быть, мы бы действительно поверили в эту истину. Это адидайвика клеша. Клеша означает страдание, да. Адхидайвика, то есть это страдания, вызванные высшими силами природы. То есть то, что стоит за рамками нашего контроля. Также адхибаутика клеша, то есть страдания, которые причиняют нам другие живые существа. То есть мы спим, и вдруг нас кусает комар. Или иногда кусает так комар, что потом две недели отходит. Вот недавно я сам испытал это. То есть какой-то маленький комар, и ты две недели должен страдать. Просто потому, что он тебя укусил. Да, есть множество других живых существ. И прежде всего, самые большие страдания приносят кто? Самые близкие люди. Да. То есть, если нам приносит страдания незнакомый человек, мы можем плюнуть на это, уйти, не обратить внимания, не обидеться, может быть. Но если нам приносит страдания близкий человек, с которым я бок о бок живу, и это дорогой мне человек, которому я отдал свою энергию, жизнь, и он приносит какие-то страдания, беспокойство, то это очень больно для сердца. Предполагается, что в человеческом обществе мы должны решить эту проблему. По крайней мере, между людьми. Понятно, что другие живые существа, с комарами мы не решим проблему до конца, но с людьми, цивилизованные люди, должны решить эту проблему. И адхьятмика клеша. Это страдание, которое причиняет человеку его собственное тело и ум. Ум в Бхагавад-гите назван Балаван Индриаграма. Очень сильным и очень упрямым. Мы, может быть, иногда недооцениваем силу ума просто потому, что мы отождествляем себя с ним. Мы думаем, что это мы. Но попробуйте бросить вызов уму и делать не так, как он диктует, а так, как говорит, например, духовный учитель или священное писание, или преданные рядом. И это будет очень сложная борьба. На самом деле это невозможно побороть его. Поэтому великие ачарьи, такие как Рагхунат Дас Госвами, он молит свой ум. Он говорит: дорогой ум, пожалуйста, слушай Святое Имя, общайся, слушай Катху, да, предайся духовному учителю. То он его умоляет, он просит его. То есть невозможно бороться с умом, можно только обмануть его или определенной практикой дисциплинировать, или вовлечь, да, так или иначе. На самом деле природа ума – это гуна благости. Ему нравится быть в сознании Кришны. Но его природа еще такая, что ему не дай, то он и впитывает. Поэтому ум должен быть под контролем. Под контролем одухотворенного разума. Тогда это страдание можно свести к минимуму. Говорят, что гуна благости – это знание и счастье, два признака гуны благости. И беспокойство от ума сводится к минимуму, когда человек в гуне благости. Итак, это Дукхалая, место страдания, и Ашашватам также. Ашашватам – временный. Что значит временный? Очень легко понять.
Если есть начало, значит, есть конец. Всегда так было, всегда так будет. Да. То есть, если есть начало, будет конец. То есть, если есть сотворение, есть уничтожение. Если мы видим, что тело появляется, творится, это означает, что у тела будет конец. И не может быть других вариантов. Но если мы видим, что что-то творится, это означает, что, что это подвержено также смерти. Поэтому, если мы оглянемся вокруг, мы не найдем ничего в этом мире вечного, кроме, говорят ачарьи, это душа и святое имя. Две вечные истины в этом бренном мире. Это мы с вами, живые существа, которые находятся в бренном материальном мире, материальном теле, и святое имя Господа. Оно вечно, духовный звук. Когда мы говорим «Кришна», это вечный звук. Это звук, который имеет вечную природу, и он отражает реальность духовного мира. Мы можем произносить множество звуков, но это будет забыто, и это никак не повлияет ни на кого, ни на наше сознание, ни на сознание других. Но духовный звук имеет вечное воздействие и вечную очищающую силу, вечную, он отражает духовную. Он несет в себе хладини шакти, духовную энергию. И пока живое существо не соприкоснется с этой духовной энергией, оно не сможет быть счастливо в материальном или в духовном мире. Итак, весь научно-технический прогресс, он направлен на то, чтобы решить эти проблемы. То есть всем понятно, что временный материальный мир временный, или есть рождение, есть старость, болезнь, смерть. Но все подходят к решению этой проблемы с самых разных сторон в силу своего знания или невежества. И материалистичные ученые, опираясь на свои материальные представления о жизни, они направляют все свои силы, чтобы решить те же проблемы, которые решают все другие. Но делают это очень, может быть, искусно, но безнадежно. Почему? Потому что говорят, в шастрах приводится такой пример, что верить ученым, что они помогут не материалистичным ученым, что они помогут мне переплыть океан рождения и смерти, это все равно, что ухватиться за хвост собаки, которая плывет в этом океане. Вы видели, как собака плавает? Она с трудом плавает. Она вот-вот утонет. Она судорожно передними ногами перебирает. Она очень плохо плавает. И вот она взялась переплыть большой океан. А мы, вдохновившись ее попыткой, думаем, ну вот я сейчас ухвачусь за эту собаку, и она меня тоже переправит через этот океан. Это очень глупо. Это сродни тому, как мы думаем, что не прибегнув к духовному знанию, просто основываясь на своих догадках, на материалистичных каких-то предпосылках, мы сможем решить проблемы жизни. То есть мы такие великие, что мы можем переплыть океан рождения и смерти. Даже великий пловец, если бросить его в океан, ну ладно уже собака, ну чемпион по плаванию, да, он не переплывет большой океан. Ему нужна помощь, ему нужно забраться на океан, на корабль духовного знания, ему нужен попутный ветер, ему нужен как капитан, да, который указывает, куда нужно плыть. Да. И только тогда он может переплыть этот океан рождения и смерти. И даже если человеку удастся подняться, в этом материальной вселенной есть высшие планеты, низшие планеты и средние планеты.
Мы живем на средних планетах. Средние планеты — это смесь счастья и страданий. Высшие планеты, райские планеты — мы не говорим о духовном мире, мы говорим о материальном мире. В материальном мире высшие планеты, райские планеты — там есть только счастье, материальное счастье. И есть низшие планеты материального мира, адские планеты — там страдания. И вот если бы мы даже достигли рая, все равно мы столкнемся с теми же проблемами. Даже на высших планетах материального мира есть появление на этих планетах, уход из этих планет. Может быть, старость и рождение и болезни там не так проявлены, но они есть. Как только человек начинает стареть там или болеть, он всем мешает наслаждаться, и его оттуда выкидывают. Говорят, что он летит вниз головой оттуда и по дороге начинает сильно плакать, рыдать. И через эти слезы выходит его душа. И так он появляется через дождь, он попадает на средние планеты. Потом он попадает в зерно, и это зерно съедает мужчина, он через семя, это живое существо попадает в утробу женщины, и это существо с райских планет появляется в земном теле. Итак, высшие планеты или низшие планеты, всюду есть эти проблемы. Тут есть следующие стихи за этим стихом, где Кришна говорит, что если у нас есть хоть какие-то надежды, мы думаем, ну ладно, тут очевидно все, но вот если я попаду на Индралоку, Чандралоку, если мы прочитаем описание высших планет из ведических писаний, и там дается процесс достижения этих райских планет, то есть определенные ритуалы, определенный процесс. И мы будем думать, если я попаду туда, то я буду счастлив. Но Кришна, чтобы сразу же убрать эту иллюзию, это 9 глава Бхагавад-гиты. До этого он прославлял ведическое жертвоприношение. Сейчас речь идет о бхакти. Кришна хочет, чтобы человек не просто постепенно шел. Здесь в 9 главе прославляется слава прямого поклонения Кришне. Шрила Прабхупада, помните, какой приводит пример комментарии? Пример лифта. Да. То есть прямое поклонение Кришне. Не через лестницу идти, через райские планеты, через гуну благости, потом райские планеты, потом непонятно, попадем, будем ли дальше прогрессировать, или мы захотим еще раз попасть на райские планеты, привлечемся комфортом. То есть это очень-очень постепенный и очень опасный путь. Поэтому Кришна в 9 главе Бхагавад-гиты отвергает постепенный путь. Хотя в предыдущих главах, в 4 главе Бхагавад-гиты он говорил, что «я дал вам эти жертвоприношения, совершая жертвоприношения, можно избавиться от цепей кармы, и будьте счастливы». Да? Это ягьи. Да, это ведический путь, но сейчас он говорит, те, кто изучает веды и пьет сок сомы, в надежде попасть на райские планеты, тоже по-своему поклоняются мне. Смыв с себя последствия прошлых грехов, они рождаются на благочестивой райской планете Индры, где наслаждаются радостями, доступными только небожителям. Изведав райских удовольствий и исчерпав запас благочестивой кармы, они вновь возвращаются на бренную землю. Итак, те, кто следует законам трех вет ради удовлетворения собственных чувств, получают в награду только череду рождений и смертей. И позже Господь подтверждает это. Он говорит: «Абрама Буваналука Пунара Вартиноджана Маму Петя Тукаунтея Пунарджанмана Видяте». Если мы хотим
избежать этой участи, то мы должны понять, что все планеты материального мира от высшей до низшей – это юдоль страдания, где каждый вынужден снова и снова рождаться и умирать. Но тот, кто достиг моей обители, у сына Кунти, уже никогда не родится здесь. Итак, мы нуждаемся в знании. Я это к чему? Только знание способно нам помочь поставить высшую цель. Мы не можем поставить в своей жизни высшую цель, если мы в невежестве. Наши цели будут очень-очень приземленными. Нам нужно одухотворить свое сознание, поднять свое сознание. Потому что материальные наслаждения для живого существа, они незначительны. И блаженство постижения даже своего «я», своей природы, оно недостаточно, чтобы удовлетворить душу. Человеку нужно не просто сокровенное знание, а самое сокровенное знание. Знание о душе – это сокровенное знание. Но самое сокровенное знание – это знание о природе души. То есть вот мы поняли, кто мы, душа, но каковы наши отношения к материальному миру, к высшему живому существу, источнику всего, Богу, Ишваре, чьи это энергии, такие как материальная природа, которая проявляется через тригуны материальной природы, или время, да, которое обуславливает каждого. Да, и каждый, никто не может противостоять времени. Но чья это энергия? Мы никогда не видели, чтобы существовала энергия без источника. Кто-то видел? Чтобы это вечный двигатель, то, что ищут, то есть энергию, которая ниоткуда берется, но такого нету. Вечный двигатель или источник – это Кришна. Вот каждый ищет Кришну, каждый ищет этот вечный источник. Итак, если мы видим, что что-то работает, то у этого всего есть источник. И кто этот источник? Это я? Или вы? Кто? Если не мы, то кто? Ведические писания говорят, это Кришна. Мы можем не верить, но если мы не верим, мы должны указать на другой источник. Если мы не можем указать, мы должны принять. В конечном счете мы не сможем доказать что-то. Как можно доказать, кто мой отец, если я не приму авторитет матери? Я ж появился позже. Я не могу сказать, как я появился. То есть, кто причина моя? Но точно так же мы появились позже. Кришна был в начале. А мы, появившись позже, начинаем рассуждать, кто есть причина. Мы можем только принять то, что говорит нам мать Веда. То есть ведические писания. Ведические писания – это дыхание Господа, это сам слова Господа. Итак, нам нужно понять, каковы наши отношения с этими философскими категориями. Кала – время, карма, пракрити – материальная природа, кала – время. Да. То есть какое отношение мы должны занимать по отношению к этим энергиям? Мы можем ими повелевать, или мы можем им противиться, или мы можем, или мы должны им предаться, или мы должны обратиться к источнику этих энергий, что-то с этим делать. То есть что мы должны делать? В конечном счете, такое знание должно привести нас к преданному служению. Кришна говорит, что тот, кто постиг меня как причину всех причин, как источник всего, несомненно, встанет на путь преданного служения. Буквально в предыдущих стихах он в этой главе об этом говорит. Постигнув меня как причину всех причин, он придет к этому выводу, что я должен вручить себя Кришне. И это путь преданного служения. Есть множество других путей. Есть путь собственных усилий через карму, через кармические действия, ритуалы. Есть путь йоги, есть путь медитации. Да. А есть путь преданного служения. И этот путь называется прямым путем. Почему прямым?
потому что мы напрямую обращаемся к причине всех причин, к Господу. И Он не против. Мы думаем, может быть, что Он велик, Он далеко, и обращаться напрямую к Нему, это будет, ну, это не наша участь. Да, Он очень велик, а я кто? Ну, даже если мы принимаем то, что Он велик, это уже большая заслуга. Но Господь, 9 глава, чем она отличается от предыдущих глав, что она повествует о близких отношениях, предавшейся души с Господом, что Господь отвечает на любовь своего преданного. Есть знаменитые стихи, следующие стихи в этой главе, где он говорит «по трампу, шпам, палам, то ям». То есть если человек с преданностью, с любовью предложит мне немного воды, цветок, да, то я приму это, я отвечу ему. То есть я рад, что он напрямую мне предлагает. Конечно же, мы предлагаем через духовного учителя, потому что мы не чувствуем себя чистыми или способными это сделать, и через парампару мы обращаемся к Господу. Но это бхакти, преданное служение, которое связано непосредственно с личностью Бога. И это такое знание о взаимоотношениях с Господом называется «самое сокровенное знание». Поэтому эта глава называется «самое сокровенное знание». И степень глубины знания о Кришне зависит напрямую от степени нашего предания. То есть насколько мы преданы Господу, насколько мы зависим от Господа, настолько Он нам открывается. То есть как родители. Если ребенок хочет быть независимым, они любят его, и они ему не мешают. Ладно, пусть попробует, пусть поживет своей жизнью, пусть наберется опыта. Или пусть ошибется, пусть делает ошибку. Он хочет. Мы не сможем его заставить. Да? То есть Кришна также в какой-то степени он наделяет нас полной свободой. Да? То есть он не заставляет нас. Но если живое существо добровольно ставит себя в зависимость от Кришны, так как и ребенок ставит себя в зависимость от родителей или принимает от них знания, совет, то родители будут в соответствии с этим отвечать. «Еедхамам прападете тамстатхайва баджамихам». Кришна говорит, как человек предается мне, так я и отвечаю ему. То есть если мы ставим себя в зависимость от Кришны, мы сразу же получаем необходимое знание. Самая большая милость Кришны, как вы думаете, в чем? В чем состоит милость? Вот мы говорим, желаем вам милости Господа. Да. То есть в чем милость? У нас вырастут четыре руки, или у нас решатся материальные проблемы, или в чем милость? Милость в том, что Господь изнутри дает знания, необходимое понимание, как поступать в той или иной ситуации, чтобы выбраться из лабиринта материальной жизни и переплыть этот океан в правильном направлении плыть. Кришна из сердца, если мы ставимся в зависимость от Него, Он из сердца будет подсказывать своему преданному, куда гребсти, кого слушать, кого не слушать, куда гребсти, да, и что делать. Это самая большая милость Кришны, то, что Он дает изнутри вот это понимание. В Бхагавад-гите серединные главы – это суть Бхагавад-гиты, а в серединных главах, в 10 главе с 8 по 11 стихи – это чатух-шлока Бхагавад-гиты. Это суть сути Бхагавад-гиты. То есть если вы хотите почувствовать или узнать, услышать, вдохновиться самыми возвышенными наставлениями из Бхагавад-гиты, то это 10.8, 10.11. Но при первом прочтении их очень непросто понять,
потому что на то они и сокровенные знания. То есть кажется, что это простые стихи. Кришна говорит: «Тот, кто предается мне, я даю ему необходимое знание, чтобы он пришел ко мне. Светочем знания рассею мрак невежества в его сердце». То есть, казалось бы, ничего особенного. На самом деле эти слова – это слова Господа, который доволен служением своего преданного. Другими словами, это не просто слова сверхдуши, которая спасает живое существо, которое в невежестве, в материальном мире, и она кричит ему: «Ты что делаешь? Я тебя светочем знаю сейчас». Нет. Эти стихи – это любовный ответ Господа на любовное служение преданного. То есть выше, и говорят, что этот стих 10.10, который мы говорим, что «Тот, кто служит мне, я даю ему знание необходимое, чтобы прийти ко мне». Это является, говорят, прайоджаной. То есть духовные учителя говорят, что это высшая цель, прайоджана. То есть наша высшая цель состоит в том, чтобы Кришна, довольный нашим служением, ответил в сердце. Ответил, заговорил с нами, другими словами. Или дал нам наставление через преданных, через духовного учителя, чтобы мы увидели Кришну в своем сердце и приняли его помощь. То есть его наставление. То есть это общение на уровне сердца, на уровне… Это Будхи-йога, это второй уровень Будхи-йоги. Говорят, что есть первый уровень, это описанный в второй главе Бхагавад-гиты. Мы принимаем Кришну через шастру, через духовного учителя. А второй уровень Будхи-йоги – это принимаем Кришну от самого Кришны, то есть из сердца. Конечно же, это включает в себя наставление и духовного учителя, и шастры. Но человек просто уже находится на уровне экстатического преданного служения, на уровне бхавы, когда он получает ответ от Кришны. И это является садхьей или целью садханы. То есть это является целью нашей практики. Это чтобы Кришна, довольный нашей практикой. А какая практика была описана в этих стихах в Чатушлоке? Предыдущий стих описывает практику, которая приводит к этому ответу Кришны. Сататам киртаянтамам. Мои преданные собираются вместе, обсуждают игры, делятся друг с другом и испытывают огромное блаженство. И когда человек живет так, Господь, довольный им, Он хочет ему как-то помочь. Он из сердца ему подсказывает, наставляет его. Он отвечает ему из сердца. И это высшая цель. То есть наша высшая цель – это удовлетворить своей жизнью, жить так, чтобы Господь был доволен, духовный учитель был доволен, преданные были довольны, и получить благословение свыше, получить их одобрение. Да. То есть нету более высокой цели. Почему? Потому что не мы являемся теми, кто причиной, скажем так, нашего освобождения. Мы можем переплыть, опять же, этот океан только с помощью судна, на котором есть капитан, духовный учитель, попутный ветер – это веды, ведическое знание, корабль – это что? Я уже не помню. Это человеческое тело, да. Да. И, то есть, получив вот это все, мы можем только переплыть океан. Сами мы не сможем. Если мы это понимаем, то мы будем стремиться к этой милости. Мы будем жить так, чтобы получить одобрение старших преданных, духовного учителя, и в конце концов, чтобы Кришна был доволен также нашим поведением, нашей практикой сердца, и тогда Он из сердца нам ответит, подскажет. А когда Кришна отвечает, то живое существо переполняет блаженство. То есть одна капля этой хладини шакти, духовной энергии, мы бесконечно маленькие живые существа, Ану. Кришна бесконечно велик. Одна капля духовного блаженства переполняет живое существо экстазом. Когда живое существо поднимается до уровня экстатического преданного служения,
оно уже не может иногда жить даже в материальном теле, потому что его переполняют такие эмоции, что тело не выдерживает. Это все потому, что он просто соприкоснулся с духовной энергией, с Кришной. Да, Кришна ответил из сердца, и он все время находится в контакте с этой духовной энергией. И фактически это уже человек не из мира сего, как жил Господь Чайтанья. Да. Особенности последние годы. Да. То есть он иногда терял сознание, его находили в океане, рыбак его в сетях вытягивал. Он просто не мог, его члены тела, они растягивались, да, он рыдал, у него волосы дыбом вставали. То есть это все блаженство, которое испытывает живое существо, испытав, соприкоснувшись с духовной энергией. Итак, эта глава, она призывает нас к преданному служению, к прямому пути духовной жизни. То есть, когда мы можем, понять, что Кришна – личность, обратиться к Нему. Но за этим стоит глубокий философский фундамент. Предыдущий стих Чатушлоки, который мы уже упомянули, мы уже говорили о 9 стихе, который говорит о практике, мы говорили уже о 10 стихе, который говорит о цели, но до этого говорится о самбандхе, то есть о том, что человек, как человек смотрит на материальный мир, на себя, на свои отношения с Господом, как он понимает Господа. Кришна говорит: «Я – источник всех духовных и материальных миров. Тот, кто понял это, предается мне». Да. То есть фундаментом правильной практики сататам киртаянтамам является то, что мы понимаем Кришну как причину всех причин. Если у нас есть хоть маленький пробел или, скажем так, хоть маленькое сомнение в этом, мы будем поклоняться там полубогам или что-то как-то по-другому. Кришна не будет мешать. Кришна даст возможность нам это сделать. Но прийти к устойчивому преданному служению, обрести вот эту ништу, твердую веру, можно только тогда, когда человек понял, что Кришна – причина всех причин. Он – источник всех полубогов, всех мудрецов, всего богатства, красоты, знания, к чему мы еще стремимся, силе. Да. То есть все, источником всего является Господь. Если это нужно нам, Он нам даст. Да. Если мы хотим украсть, это другое дело. Тогда мы идем к тому, кому доверили распределять это. Да. То есть чиновник, ему дает президент какие-то полномочия, и чиновник распределяет какие-то блага. И если нам хочется что-то, что нам не принадлежит, мы подкупаем чиновника и получаем благо. Вот это поклонение полубогам. Но если мы хотим честно, или, как говорит Шрила Прабхупада в конце этого комментария, в самом стихе говорится, что Кришна – наш лучший друг. То есть Он точно знает, что нам нужно и что нам полезно. Если мы не доверяем Кришне, мы будем сами решать, что нам нужно, и бежать к полубогам. Если мы доверяем Кришне, почему мы доверяем Кришне? Потому что мы знаем, что Он причина всех причин. Потому что мы усвоили 10.8 стих. У нас есть правильная самбандха, правильный фундамент духовной жизни. Предполагается, что эту самбандху мы должны получить от духовного учителя. И даже святое имя мы должны повторять с правильной самбандхой. То есть, когда мы повторяем Кришна, мы должны четко понимать, кто такой Кришна. Тогда святое имя очень быстро нас приведет к преме. Если будем повторять без понимания, кто такой Кришна, тоже придем, но очень медленно.
Но если будет оскорбительное повторение, движение к преме почти полностью остановится. Но если мы хотим быстрого продвижения, у нас должно быть правильное самбандха. Именно поэтому мы получаем посвящение у духовного учителя, чтобы он посвятил нас в правильную самбандху. Самбандху, кто есть я, каковы мои отношения. А это не так просто. На самом деле это постигается на практике. То есть не через... Конечно же, можно через слушание учиться, но мы должны применить это знание, получить какой-то опыт, ошибиться, может быть, получить какую-то поправку со стороны духовного учителя или преданного, который тоже является духовным учителем, или шикша-гуру, дикша-гуру. Да. И приняв это, ошибившись и принял, потом сделал так, как нам сказали, и это работает, мы утверждаемся в духовном знании. То есть это знание постигается на практике. И когда мы достигаем ништхи, твердой веры, все наши сомнения уходят, тогда человек приступает к устойчивой практике, которая уже характеризуется вкусом ручи и асакти, привязанностью. И после этого только он может прийти к этому стиху 10.10, когда просто служа из любви. Человек служит из любви, не потому, что ему сказали, а потому что у него уже есть твердая вера, у него уже есть вкус, у него уже есть привязанность, у него уже пробудилась начальная стадия любви, бхава. И когда человек служит так, Кришна вынужден ответить так же. Он тоже отвечает из любви. И вот это высшая цель, которая описана в Бхагавад-гите. 10.10 и 10.11. Потом идет опять на спад. Потом тригуны, вселенская форма, карма, кто есть деятель. Да. То есть опять самбандха. Да. То есть то, что нам нужно понять, чтобы наша практика была эффективной. Итак, еще раз прочитаю этот стих. Это стих, который описывает Кришну, который может прибавить нам больше ништхи, больше уверенности, веры в то, что он является источником, как вот этот стих. «Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются мне всем сердцем». Чтобы приблизиться, чтобы стать мудрецом, приблизиться к этому, этой твердой вере, Кришна по своей милости в течение практически всей главы описывает себя. Это немного нескромно, да, когда человек описывает себя. Я такой-то, я такой-то, я там, это тоже я. Но Кришне можно так. И он это делает не потому, что он хочет похвастаться, или он это делает из милости, для того, чтобы мы увидели его проявление даже в материальном мире, даже здесь. Мы привыкли мыслить материальными рамками. И он говорит, я свет солнца, я вкус воды. Я звук ом в ведических мантрах. Сила сильных. Спор, как там, довод в споре, приводящий к правильному заключению. Я тайна хранящих, я безмолвие хранящих тайну. То есть он указывает самые разные свои проявления, чтобы мы увидели, что на самом деле эти качества, которыми обладают другие, может быть, живые существа, это по милости Кришны они обладают. Это из Кришны исходит это качество. Если мы видим кого-то, который проявляет, он описывает другие качества, там, чистота, ненасилие, равнодушие к материальному наслаждению, аскетизм. И он говорит, все эти качества созданы мной. Для чего он это говорит? Для того, чтобы мы поняли, что нету качеств, которые живое существо может независимо от Кришны обрести. То есть это проявление Кришны. И Кришна по своей милости указывает на самые яркие
Это называется вибхути-йога. На самые яркие проявления какие-то в этом мире, и он говорит, это я. На самом деле он все. Шрила Прабхупада об этом говорит в комментарии. Но если мы хотим увидеть проявление личности Кришны, то он указывает на особые какие-то качества, вибхути, особые. И так это милость Кришны, что он указывает, где он находится. Это я, это я. И на самом деле это была просьба Арджуны. Пожалуйста, расскажи о своих достояниях. Да. И Кришна в начале этой главы говорит, поскольку ты не завидуешь мне, я расскажу. То есть, если у человека есть зависть, он, слушая это, скажет, ну кто этот Кришна? То есть это ему не поможет. Квалификация для того, чтобы эти стихи помогли нам, это отсутствие зависти по отношению к Кришне. Я прочитаю еще раз этот стих. Попробуйте услышать это без зависти. Я знаю, что у вас нет зависти. Но с чистым сердцем, если мы примем этот стих, то я считаю, что это победа на сегодня. Я цель и хранитель. То есть Кришна говорит, я цель, я хранитель. Я повелитель и свидетель. Я обитель, прибежище и самый близкий друг. Я созидание и разрушение, основа всего сущего, место успокоения и вечное семя. Шри Бхагаван, Шри Кришна ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Шри Гауринтай ки джай, Шри Радха Мадхава ки джай. Я не знаю, есть ли у нас время на маленький вопрос. У меня бывают на маленькие вопросы длинные ответы. Вам лучше нужно говорить маленький ответ. Есть маленький вопрос? О, вот на алтаре Шримати Радхарани. Это его внутренняя энергия. То есть это жизнь и душа Шри Кришны. Все тайны преданного служения хранятся в ней. Если мы хотим узнать, что хочет Кришна, что ему нравится, то только через Шримати Радхарани. Она знает. Это его внутренняя, все его тайны, то есть это внутренняя энергия, не внешняя, внутренняя. То есть она скрыта, скажем так. Сколько число вам нужно? О, я не знаю. Но есть уровни планет. Есть Бур, это наша Земля, потом Бугва, Свага. То есть есть уровень земной, потом есть уровень обычной райской планеты, потом есть планеты мудрецов, потом есть планеты, на которых живут сыновья Брамы, потом есть планета Брамы, Брамалока. Брамалока считается самой высшей планетой материального мира. То есть разные уровни. А в рамках этих уровней есть множество планет. Я думаю, миллионы, мы сейчас их не сосчитаем. Да, да. Нужно стать сознающим Кришну. Это короткий ответ. Но это включает все. Шрила Прабхупада часто говорил, как узнать вашего ученика. Он говорил, что это истинный джентльмен. Другими словами, человек, который практикует бхакти, естественным образом он становится джентльменом. То есть, если он следует пути преданного служения, то побочным эффектом является то, что он становится очень дорог всем, и все дороги ему. То есть, он никому не приносит никаких беспокойств. Но все в его жизни. Почему? Потому что живые существа, на самом деле, косвенно, не косвенно, а подсознательно, они всегда стремятся к Кришне. И если мы проявляем Кришну, то живые существа будут к нам
хорошо относиться. И то же самое, если мы видим Кришну в сердцах других, мы к ним будем нормально. То есть это зависит от нашей квалификации, от квалификации других живых существ. То есть если вы хотите одухотворить свою жизнь, и, например, вы в сознании Кришны или пытаетесь практиковать сознание Кришны, но кто-то рядом не в сознании Кришны, то нужно вдохновить его на сознание Кришны. Хари Кришна. Game is over. Сказали, что все. Мата же просто тянет руку. Но мы должны подчиняться правилам и предписаниям, потому что наша Будхи-йога – это пока правила предписания, наставления шастры. Да. Пока спонтанно не можем. Из сердца мне Кришна говорит, не надо вам ответить. Но я так не могу сказать. Шрила Прабхупада ки. Шримад Бхагавад Гита ки. Спасибо большое.